Наступила зима, снега очень много, захотелось мне обратно переделать фэтбайк в электрофэтбайк. Пока вот такая конфигурация, резина 4 дюйма, хочу 4,8 поставить, сзади будет мотор-колесо. И хочу, конечно, поменять вынос на более короткий и руль, наверное, другой поставить, потому что хочу более прямую посадку. Спустя день работы получился вот такой монстр. Мотор на 2 киловатта, тяговый. Контроллер у нас урезанный. Так, у нас 42 ампера урезан до 40, о, до 21 ампера. То есть в два раза меньше скорость, чем должна быть. Потому что страшно ездить на такой большой скорости. Резина 4.8, швальба. Офигенно она держит. И на льду, и везде. Дозорчики имеют место быть. Но, к сожалению, видно, что обод немножко усмирит. Надо будет его протянуть, поправить, чтобы был идеально ровный. Батарейку не стал в корпус убирать. Корпус вот валяется. Батарейка пока в сумке, чтобы можно было снимать и заряжать в тепле. Хочу на нем покататься много. А пока в дом затаскивать эту махину не хочу. Контроллер на веревочках. Все как надо. Наши любимые герметичные разъемы. То есть не огромный пучок проводов, который торчит. А все вот так вот аккуратненько сделано. Вольтметр с ключом, который, кстати, надо вынуть, потому что не работает в принципе. Здесь показывает текущий вольтаж батарейки. И вот эта кнопочка зеленая у нас сделана для того, чтобы включать круиз-контроль. То есть я на любой скорости могу сделать круиз-контроль, и велосипед будет ехать с постоянной скоростью. Опять же, огромная передняя резина. Зазоры вообще тут еле-еле. Сзади хотя бы они есть, здесь они вообще впритык. Ручка очень удобная. Включение-выключение питания и три скорости. Вот мне очень понравилось, что есть три скорости. Это актуальная тема. Вынос с подъемом под 45 градусов, короткий, чтобы с прямой спиной сидеть. И руль от Руатив, тоже такой с достаточно большим подъемом. И еще фишка, мы все разъемы, точнее вот ручку, все-все-все, что мы делаем вот на таких разъемах 2-3-5-пиновых, чтобы можно было открутить, надеть на руль и закрутить, чтобы не тянуть, не растягивать провода. Очень классные ручки тормозные, очень мне нравится. Ручка со звоночком. Звоночек такой достаточно звонкий. Все, сейчас поеду кататься, тестировать монстра. Так, заехал я в поле. Снега, в принципе, немного, но он очень сырой. Пытаюсь на самой большой скорости сдвинуться с места. Проседает просто до 42, и контроллер уходит в защиту. Не удается мне по такому снегу ехать. Здесь не глубоко, но сантиметров 30. У меня еще колоночка на руле, чтобы было весело. Так, вчера я покатался. Какие у меня возникли проблемы? Вот такой вот тонкий провод. Использовал его на моторе 500 Вт. Это удлинитель, чтобы подключать аккумуляторную батарею к контроллеру. Автомат на 10 ампер. Старый провод, откуда-то нашел, припаял. На 500 ваттнике он держал офигенно. Такая у него толщина. Провод старый, тонкий. И падало напряжение на нем. И когда давишь на ручку газа, то где-то через минуту происходило отключение автомата. Вот. А раньше, в прошлом году, я катался вот на этом автомате. Во-первых, здесь ток 50 ампер. Во-вторых, здесь отключена тепловая защита. То есть это переделанный автомат. Не смотрите, что здесь на нем написано. И здесь идет очень толстый провод. Намного толще, здесь 2,5 сечения, а у этого, наверное, 1 миллиметр сечения. Соответственно, сейчас я на нем попробую покататься, посмотрю, будет ли происходить падение напряжения так сильно и будет ли вырубаться автомат, потому что что-то непонятное. Вчера в поле-то заезжаю, ехать не могу по снегу, а хочется кататься именно по снегу. Так, все, теперь нормально, едет хорошо, просадка напряжения минимальная, но все равно есть. Уже вот у меня 48 вольт, было 50. Такая красота. По следу снегохода я еду по каким-то кустам. Потому что просто по снегу ехать не могу. Все равно какая-то нужна тропиночка. Музычка у меня играет. Офигенная ширина покрышек позволяет вот по такой каше ехать. На обычном велике здесь не проехать. По такой снежной каше прилетел. Где машина проезжала, там, в принципе, ехать можно. По лыжне, конечно, не очень комфортно. Уровень снега такой, что велосипед просто сам стоит в сугробе.
Швальба Джимбо Джим 4,8 дюйма. Поправили мы обод. Теперь зазорчики везде у нас одинаковые, равномерные. Ничего не бьет. Прикольный велик. Это Outlip Beast. Не помню какого года. 16-го, наверное. Все нормально работает. Ничего не развалило за это время. Вот уже несколько лет я катаюсь на нем как на обычном. И сейчас на электро. И вот у нас красота. Вот сейчас от снегохода какой-то след. Он туда пошел. Буду пробиваться. Самая снежная зима вот за последние много-много лет. Очень красиво. Довольно утомительно ехать по следу снегохода, потому что везде ямы. Снегоход плавно идет, а покрышки проваливаются. Глубина снега просто, не знаю, по колено, сантиметров 30, а то и все 40. Вот. Сейчас до деревни дойду и по дороге поеду. Потому что утомительно ехать просто по снегу. По дороге прикольно. Хотел до Красной Башни доехать, но поле замело. Вот одинокие лыжники там тропят тропу. Не проехать туда сейчас слишком глубоко. Машина вообще здесь не ездит. Красота неописуемая. Еще прикольно. Едешь по колее. Кнопка круиз-контроля. Делаешь какую-нибудь минимальную скорость. Километров 7-8. И тихо, спокойно, не надо ничего подгазовывать, просто едешь по колее. Но по колее все равно заносит. Ты чуть-чуть руль нестабильно держишь, и все, и падаешь. Поэтому пока непонятно, куда я дальше поеду. Там снег, здесь колея. Просто покатаюсь.